Всем привет, у нас сегодня новый видеообзор, и как вы можете видеть, в этот раз нам удалось протестировать новинку от Certina, это хронограф, и название, я бы сказал, очень очевидное, это Certina DS Chronograph Automatic. Индекс я не буду озвучивать, вы видите его в названии этого обзора, довольно длинный, очень много цифр, но рекомендую его записать, чтобы получить правильный вариант, если вы собираетесь покупать данную модель. Собственно, почему именно этот вариант? Это хронограф, который выполнен в классическом стиле, внутри швейцарский механизм, и цена более-менее резонная за такой комплект, поэтому я решил рассказать о нем подробнее, рассмотреть его поближе, и давайте начнем с циферблата. Итак, как я уже говорил, циферблат выполнен в классическом стиле, следовательно, он такого светлого цвета. Я бы не сказал то, что это прямо чисто белый цвет, вы можете видеть в данном видео то, что есть некоторый оттенок, но при этом все риски и разметка выполнены в черном цвете строгом, и стрелки при этом синие, что как бы намекает на классические хронографы 60-х и 70-х годов. Смотрится оно в реальной жизни очень красиво, рекомендую посмотреть на эти часы лично, потому что очень интересная композиция получилась, которая даже не скажешь, то, что была выпущена в 2021 году. При этом обратите внимание на то, что никаких здесь окошек и индикаторов дат или дней недели нет, что, собственно, позволило достичь более-менее чистую композицию, скажем так. И здесь же присутствуют вот эти вот индексы серебряного цвета, но при этом те, которые сосредоточены вокруг небольших шкал, они подрезаны, что тоже интересно смотрится, своеобразное внимание к деталям, и интересно рассматривать это поближе. Обратите внимание на то, что циферблат накрыт сапфировым стеклом, оно здесь немного изогнутое по краям, что также придает винтажности всему виду этих часов. Здесь как раз мы можем перейти к корпусу этой модели, это металлический стальной корпус. И на нем присутствует зеркальная полировка, размер всего корпуса 42 мм. Я бы не сказал, что это крупные часы, они отлично сидят на среднем мужском запястье, так что, думаю, у вас тоже проблем не будет, если не очень тонкие руки, разумеется. И высота или толщина корпуса 13,9 мм, что в целом дает довольно-таки компактную композицию, особенно если учесть, что это хронограф, поэтому он удобно прячется под рукавом рубашки, здесь особых проблем нет. При этом всем стоит заметить то, что водонепроницаемость зафиксирована на уровне 100 метров, и задняя крышка здесь металлическая, сплошная, никаких прозрачных ставок нет. Честно говоря, мне бы больше понравилось, если бы была именно прозрачная ставка. На данных часах она более уместна, чем сплошная вставка, которая обеспечивала непонятно зачем большую водонепроницаемость, но это уже дело вкуса, скажем так. При этом всем это хронограф, следовательно, у нас есть две полированные кнопки и довольно-таки крупная коронка, которая удобно оперировать и настраивать правильное время. Внутри у нас расположился хронограф или калибр, это A05H31, который основан на Valjoux 7753, поэтому здесь запас хода 60 часов, и сам по себе механизм довольно знакомый, он применялся во многих швейцарских хронографах, и с таким запасом хода его вполне хватит на обычную рабочую неделю. Обратите внимание, то, что часы комплектуются вот таким крокодиловым кожаным ремешком. Ну, хотели, конечно, дизайнеры подчеркнуть классический стиль, но я больше вижу вот эти часы на текстильном варианте. Опять же, это дело вкуса, может быть, вам понравится стандартный вариант. Что мне хотелось бы видеть, конечно, в комплекте, тем более за такую цену, это дополнительный вариант ремешка, как раз текстильного, и было бы более приятно получать его сразу в стандартном комплекте. Кстати, ширина ремешка здесь 21 мм, что, в принципе, стандартный размер, поэтому подобрать альтернативу вам не составит особых проблем. В использовании этот хронограф показал себя очень удобным, опять же сказывается вот этот размер 42 мм, поэтому они сидят очень хорошо. Кожаный ремешок тоже на удивление мягкий, поэтому он буквально опутывает ваше запястье, и никаких особых проблем с давлением излишним на запястье здесь нет. Сам вес часов тоже невелик, поэтому, как я уже сказал, получается очень интересный вариант на ежедневное использование, тем более для тех, кто хотел бы получить более-менее элегантные часы швейцарского производства с доступной ценой. И здесь вот как раз мы можем перейти к самому пониманию или понятию доступности этих часов, потому что давайте сначала учтем тот факт, что это швейцарский хронограф, и он довольно новый, выполнен в хорошем, красивом, привлекательном стиле, поэтому цена здесь установлена на уровне 2000 евро. Все аналоги на подобном
механизме из концерна Tissot, они сосредоточены именно в том же самом ценовом диапазоне, поэтому здесь сэкономить никак не получится, но при этом Certina дает вам более-менее классический стиль, который не устареет и будет привлекательным даже с костюмом или шортами. Купить эти часы вы можете в магазине Helvetia, ссылка будет в описании ниже. Разумеется, буду рад услышать ваше мнение, оставляйте его в комментариях, буду рад ответить. И если видео понравилось, обязательно нажмите кнопку лайк и подпишитесь на канал. Разумеется, увидимся в следующем видеообзоре, как обычно. Спасибо, что присоединились сегодня, и пока!